Привет, ребята! Меня зовут Аксенов Андрей, и это «Закат империи». Это сериал о том, как 100 лет назад в России победила революция. Я рассказываю о революционерах, студентах, священниках, министрах и Николае II, и о том, как все они желали России светлого будущего. Этот сериал выпускает студия подкастов «Либо-либо», и я веду в студии 2 исторических подкаста. Один «Время и деньги» о роли бизнеса в истории – и второй называется так же, как этот сериал «Закат империи», но это совсем другая история. Все ссылки в описании выпуска. В предыдущих сериях на фоне протестов и волнений Россия вступает в русско-японскую войну и проигрывает ее, а в стране полыхает революция. Царь объявляет свободы и парламент, но этого оказывается недостаточно. Оппозиция продолжает давление на власть. Революция заканчивается только когда новый премьер-министр Петр Столыпин начинает массовые репрессии. Революция подавлена, в стране начинается период спокойного и активного роста, но, кажется, времени прошло слишком мало, чтобы все забыли про революцию. Осень 1916 года. Третий год идет тяжелейшая мировая война. С трибуны парламента оппозиционный депутат выступает с речью. Он говорит о глубочайшем кризисе в госуправлении. Он говорит, что войну так не выиграть. Он говорит, что профессиональных и компетентных министров меняют на полных ничтожеств. И после очередной волны критики он спрашивает у зала, что это, глупость или измена? И зал кричит ему в ответ: измена. С оппозиционным депутатом согласны и многие чиновники, вплоть до министров, и высшая аристократия, и даже православная церковь. Царь под влиянием темных сил, которые желают поражения России. Страну надо спасать. И все ниточки тянутся к одному человеку. К таинственному старцу, к пьянице, к развратнику, к серому кардиналу, который вместо царя управляет империей. Григорию Распутину. Несколько лет назад, еще до войны, казалось, что раны революции начинают потихоньку заживать. Уличных протестов не видно, экономика растет, парламент сотрудничает с правительством. Но оппозиция на самом деле не смирилась с поражением. Оппозиционные депутаты продолжают критиковать власть трибуны парламента. Либеральные газеты пишут критику в своих статьях. Социалисты продолжают агитацию. Рабочие не забыли, как их товарищи расстреляли царские войска. И проблем на самом деле в стране полно. Просто выше крыши. Крестьяне все так же жалуются на бедность. Рабочие жалуются на плохие условия труда. Евреи и другие национальные меньшинства на притеснение. И почему-то во всех бедах России и чиновники, и дворяне, и редакторы газет, и оппозиция, даже православная церковь начинают винить простого мужика из сибирской деревни, Григория Распутина. За Распутиным и правда тянется целый шлейф скандалов, и сексуальных, и коррупционных. Но дело, конечно, не в них. Дело в том, что Распутин стал настоящим символом всех нерешенных проблем империи, всех конфликтов власти и общества. И вот как это произошло. Григорий Распутин был действительно простым мужиком из сибирской деревни. И в столицу его изначально отправили высокие иерархии православной церкви. Потому что в стране, очевидно, беда. Все забыли про Бога, бредят революцией. Надо спасать, короче, православную державу и помазанника Божьего. Нужно напомнить всем про Бога и отправить в столицу и ко двору какого-нибудь Божьего человека. Звучит круто.
Но дело в том еще, что епископы все были несколько озабочены своей карьерой и вообще политическим положением православной церкви. Потому что церковь православная в то время больше напоминала такое как бы министерство по делам веры и пропаганды под управлением светского чиновника. И вот, например, были всякие мысли о восстановлении патриаршества. Короче говоря, свой человечек поближе к царю всегда может пригодиться. И вот Распутин кажется отличным вариантом. Ну, потому что вроде как простым мужиком и в Сибири будет легко управлять. Ну и кроме того, он действительно такой набожный, такой благообразный. Исходил всю Русь, знает Библию наизусть. Был даже на священной горе Афон в Греции. Но Распутин, он действительно производил впечатление. Вот один из митрополитов про него писал. «Нужно было видеть его, как он молится в храме. Стоит точно натянутая струна, лицом обращен к высоте, потом начнет быстро-быстро креститься и кланяться». Короче, смотришь, как он молится, и самому тоже хочется помолиться. Кроме того, епископам известно, что царь и в особенности царица всерьез интересуются мистикой, что вообще-то не очень характерно для российских императоров. В общем, при дворе было множество разнообразных экстрасенсов. До Распутина был Митя Козельский. Он пророчествовал в эпилептических припадках. До него царь встречался с какой-то матрёной босоножкой. До них были французские спиритуалисты. Короче говоря, кажется, что подсунуть царю очередного как бы духовного человека задача, ну, не очень сложная. И Распутин поначалу оправдывает все ожидания епископов. В Петербурге тогда мода на все мистическое, и Распутин быстро становится такой духовной суперзвездой. Он попадает в самое высшее общество, и, наконец, его принимает царь и царица. Поначалу они просто с ним регулярно встречаются, и через некоторое время Распутин становится как бы такой частью внутреннего круга императрицы. Он регулярно с ней встречается, он ей дает советы, он проводит время с дочерьми и с сыном. И у Распутина после этого всего начинает немножечко, ну, срывать крышечку. Потому что, да, реально, ты был простым мужиком из Сибири, а теперь к твоим советам прислушивается императрица. У него появляется дом, много денег, поклонницы, и вот его уже видят во всяких злачных местах. Он ездит к цыганам, он пьет как не в себя и всех угощает, он посещает публичные дома. И еще он оказался таким неблагодарным эгоистом, не хочет помогать своим благодетелям-епископам. И тогда епископат пошел в атаку на бородатого мужика из Сибири. Против Распутина открывают расследование, что он принадлежит к религиозной секте хлыстов, то есть что он еретик. Но обвинение разваливается, потому что никаким хлыстом Распутин не был. Один архимандрит пишет Николаю II, что Распутин является преступником в религиозном и нравственном смысле. Это цитата прямая. Парочка впечатлительных епископов вообще напали как-то на Распутина и попытались его кастрировать. Не шутка. Ну, потому что династия под угрозой, надо спасать Россию, а для этого, очевидно, надо отрезать яйца еретику, который консультирует царицу. С этого момента в высшем свете начинают распространяться разнообразные слухи про непрерывный разгул и про разврат Распутина. Такой ужасный грешник, еретик, прямо при дворе царя. Кто его вообще пустил во дворец? И вот кажется, что как только эти слухи разойдутся достаточно широко, в том числе и слухи о близости трона к Распутину, то царь, очевидно, будет вынужден выгнать Гришку из дворца. Но все происходит ровно наоборот, потому что царь не любит, когда выносят ссоры из избы, а атаки на свой ближний круг он воспринимает как атаки на себя. И царь не на шутку рассердился. Кое-кого из епископов увольняют из синода и отправляют в провинцию. Кое-кого даже расстригли. Кое-кто затыкает свой рот. А кое-кто вообще начинает Распутина даже хвалить. И многие священники разочарованы.
Ну да, они много лет учатся в духовных академиях, а царь выбирает духовные советники не их, а какого-то мужика. И в спорах между ними и Распутиным выбирают сторону Распутина. Ну это, да, просто неуважение. А кроме того, православная церковь выполняет еще одну важную функцию. И трон этим активно пользуется. Дело в том, что именно через церковь власть доносила до крестьян правильные месседжи. Да? Потому что крестьяне газет не читают. Они, в общем-то, и читать-то не умеют. А вот в церковь ходят каждое воскресенье и слушают там проповеди. И молятся там за царя. Короче говоря, ты просишь меня промыть мозги крестьянам, но делаешь это без уважения. И вот после этой истории между активными епископами и Николаем II возникли обида и разобщение. А царь, я бы сказал, вообще не в такой ситуации, чтобы разбрасываться с союзниками, в особенности таким важным союзником, как православная церковь. Слухи о Распутине в первую очередь ударили по репутации императрицы Александры Федоровны. А репутация ее и так была не очень с самого начала. История конфликта ее и высшего света началась прямо с ее самого приезда в Россию. Мама Николая II выбор сына просто не одобряла, и у свекрови с невесткой конфликты были прямо с самого начала, там, по поводу платьев, например, на коронации. Снобский Петербург – это одна из мировых столиц. Сходу свысока очень относились к немецкой принцессе. И, в общем, все ждали от нее решения главной задачи – рождение наследника. И вот Александра Федоровна рожает сначала одну дочку, потом вторую дочку, потом третью и потом четвертую. Причем беременность она переносила тяжело. Уже во вторую беременность она не могла ходить, ее возили на коляске. И после рождения четвертой дочери над ней уже просто совершенно не стесняясь издевался весь великосветский Петербург. И именно тогда, в 1903 году, Александра Федоровна решила положиться на одного французского спиритуалиста и гипнотизера Низье Филиппа, который как бы должен был обеспечить рождение мальчика. Императрица забеременела в пятый раз. Вроде все шло хорошо, но врачей к ней не допускали, потому что Низье Филипп говорил, что это разрушит действие тонких сил. А когда врачей допустили до царицы, то выяснилось, что беременность замерла на первых месяцах, а живот у нее рос от какой-то психосоматики. Короче, просто полный ужас, бедная женщина. Но когда об этом узнали в высшем свете, над ней уже просто совершенно не стесняясь хохотали. И вот дело в том, что Николай II, искренне любивший свою жену, всегда во всех конфликтах выбирал ее сторону. И в этом случае выбрал ее сторону, естественно, тоже. И в 1904 году, после всей этой истории, они уехали из Петербурга в Царское Село и стали жить там. Сделано это было из-за угрозы революции, но и после окончания революции они уже не вернутся в Петербург. Потому что столица — это просто осиное гнездо. И все это не просто семейные дрязги, потому что Николай II, да, ну, он не просто муж, он еще и правитель огромной страны. И аристократия вместе с церковью – это самые близкие, самые естественные союзники трона. И вообще высшая аристократия – это, да, не просто там балы, светские рауты, шампанское, это еще и армия. Потому что дворяне – это основа офицерского корпуса России. А высшая аристократия командует гвардией. Это самые боеспособные, самые преданные военные части. И вот друзья Николая II, его родственники, старшие, младшие, считали отъезд императорской четы из Петербурга в Царское Село как прямое послание. Ваше мнение, ваши советы и ваша поддержка нам не нужны. В 1904 году у императорской четы, наконец, рождается сын, царевич Алексей. Но он оказался болен гемофилией. Это наследственная болезнь рода Александры Федоровны. Гемофилия – это несворачиваемость крови. То есть любая крупная рана могла потенциально привести к смерти. Еще у него были
внутренние кровотечения. В общем, это очень неприятное, очень тяжелое заболевание. И именно в это время и появляется Григорий Распутин. Близкие отношения между ним и царицей в том числе основывались на том, что Распутин якобы умел заговаривать раны царевича Алексея. И вот он становится близким другом Александры Федоровны. Она восхищается его прозорливостью, его простотой в общении. Она у него спрашивает советов и проводит с ним много времени. А для родовой аристократии это все просто как плевок в лицо. Николай II не просто выбирает свою малахольную жену вместо нас. Он выбирает мужика бородатого, который ест просто руками, без всяких манер. Ну хорошо, Николай Александрович, вы свой выбор сделали. Хотите слушать советы мужика вместо наших? Пожалуйста, пеняйте на себя. Партнер этого выпуска – сервис «МТС Строки». На нем вы можете найти книги про многих героев нашего сериала. Например, я вам рекомендую воспоминания Александра Михайловича Сандро, кузена императора и его лучшего друга. Он написал воспоминания обо всем периоде правления Николая II и про Распутина, там тоже много интересного. Сервис «МТС Строки» – это сервис для читающих людей. На нем вы можете найти книги и журналы, слушать подкасты и аудиокниги. Ссылка в описании этого выпуска, а мы продолжаем. И вот вроде Распутин у нас никому не нравится, но это и не важно. Главное, что нравится императору и императрице, и влияние его только растет. И вот уже к Распутину начинают ходить люди с вопросами не по духовной части, а по вполне материальной. Там своего человечка куда-нибудь на должность поставить, что-то вроде того. И, наконец, весной 1910 года о Распутине узнает вся Россия. Цикл статей о нем напечатали две газеты: «Монархистская» — «Московские ведомости» и «Либеральная речь». И в этих статьях рассказывается, что у Распутина есть целый гарем из 12 прекрасных молодых женщин, и что власть Распутина над ними просто безгранична. Говорится, что у Распутина есть серьезные духовные силы, что он может предсказывать будущее. Приводится даже якобы его прямая речь. Вот такая. «Я вмещаю в себе частицу Иисуса Христа, и только через меня можно спастись. Для этого необходимо слиться со мною душою и телом. Все, что от меня исходит, есть источник света, очищающий от грехов». Вот такой человек живет у нас во дворце, как бы говорят, совместно и «Монархистская газета», и «Либеральная газета». Причем, если «Либеральная» при этом намекает, что царь у нас совсем ку-ку, то «Монархистская» делает это из любви к государству. Потому что если мы раздуем этот скандал пошире, то царь будет вынужден выгнать из дворца эту ужасную, токсичную фигуру. И вот уже к Николаю II на прием идет аж целый премьер-министр Петр Столыпин. Он, да, занимался серьезными вещами. Революцию подавлял, аграрные реформы проводил. А теперь идет обсуждать Распутина. И Столыпин говорит, у нас проблемы. Может быть, как-нибудь уже Григория Распутина подвинуть из дворца? Потому что он, очевидно, бросает тень на правителя. Столыпин в целом понимал, что образ Распутина чересчур раскручен. Нет, он не дает царю советов по внутреннему управлению. И нет, конечно, у него нет никакого гарема из 12 пленниц. Столыпин это понимает, Николай II это понимает. Но дело не в том, кем является на самом деле Распутин, а в том, что все о нем думают. Понимаете, да? Неважно, что делает или не делает Распутин. Главное, что просто само его присутствие во дворце наносит репутационный урон трону. Понимаете, Николай Александрович? А Николай Александрович не понимает. Он раздраженно требует заткнуть рот прессе. Но сделать это уже невозможно, потому что у нас уже свобода печати. В целом, Николай II, как 15 лет назад, не понимал, зачем надо объявлять траур после давки на Ходынке, так и сейчас не считает, что ему как-то надо работать на свой публичный образ. Вы мои подданные.
ваша обязанность меня любить, так что давайте, любите. С какой стати вообще общественность лезет в мои личные семейные дела? Однажды он Столыпину вообще сказал вот так. «Я с вами согласен, Петр Аркадьевич, но пусть будет лучше 10 раз Путиных, чем одна истерика императрицы». В общем, даже влияние всесильного премьера оказалось недостаточным для того, чтобы выгнать Распутина из дворца. И что видит общественность, глядя на все это? Вот у нас сидит у Николая II развратник, еретик и пьяница Гришка Распутин. А царь с царицей думают, что он святой человек и слушаются его во всем. К царю ходили разные умные люди. Епископы, чиновники, дворяне, вон уж целый Столыпин к нему приходил. Но каждый раз никто ничего не может сделать с Распутиным. Распутин остается во дворце, а умные люди портят отношения с троном. Ну, впрочем, ничего удивительного. Это просто очередной признак полного разложения самодержавия. Премьер-министр Столыпин был реально талантливый государственный деятель. Россия при нем на глазах меняется. Растут заводы, экономика растет, уровень образования растет. Не забудем еще, да, что именно Столыпин победил революцию. А вот у царя имидж несколько проигрывает. Он слабый, нерешительный, при этом еще и упрямый. Жена у него странная, Распутин еще этот. И вот кажется, что царь на фоне Столыпина проигрывает. А Николай II очень не любит находиться на вторых ролях. И все чувствуют охлаждение императора к своему премьеру и понимают даже, что отставка не за горами. Но Петр Аркадьевич Столыпин не был уволен. 1 сентября 1911 года он был убит террористом в антракте на представлении в театре. Прямо на глазах Николая II, который видел убийство из своей ложи. Новому премьеру, который, естественно, сравнивал себя с предшественником, императрица Александра Федоровна дала вот такое напутствие. «Мне кажется, что вы придаете слишком много значения его деятельности и его личности. Я уверена, что каждый исполняет свою роль и свое назначение, и если кого нет среди нас, то это потому, что он уже окончил свою роль и должен был стушеваться, так как ему нечего было больше исполнять». После Столыпина у Николая II больше не будет премьеров такого масштаба. Со смертью Столыпина царь лишился вообще в принципе деятельного и самостоятельного правительства. Каждый следующий чиновник понимает, что чем он будет решительнее, чем он будет самостоятельнее, чем больше он будет протестовать против Распутина, тем скорее его уволят. А Распутин на этом фоне как будто непобедим. И одновременно с этим слухи о похождениях Распутина – это самая горячая и самая интересная тема. Уже даже «Нью-Йорк Таймс» пишет статьи про таинственного старца из дворца российского императора. Ну, понятно, что людям всегда интересно читать про мистику и секс, особенно в высшем обществе. Это супер кликбейт, тиражи растут, газеты раскупают, как горячие пирожки. Рассказывают, что он изнасиловал горничную императрицы. Говорят, что он достал член в московском ресторане при всех. Наконец, что он просто-напросто спит с императрицей. И несмотря на абсурдность этого слуха, он оказался самым живучим. Всеобщая паранойя и ажиотаж дошли даже до того, что один оппозиционный депутат Государственной Думы прямо в коридорах между заседаниями распространял письма от императрицы к Распутину в доказательство их связи. Но, конечно, никакой сексуальной связи между Александрой Федоровной и Распутиным не было. Просто невозможно представить себе, чтобы принцесса голубых кровей воспринимала мужика как сексуальный объект. Она действительно писала ему письма, но как своему духовному учителю, как наставнику. И после всей этой истории, примерно в это время, она плотно садится на успокоительные, а они тогда были довольно жесткими и вызывали мощное привыкание. И
какую группу лиц ни возьми, всем по разным причинам было выгодно очернять Распутина и раздувать его значимость. Оппозиция, да, таким образом может критиковать власти царя. Епископы хотят сохранить монополию на Бога и очерняют своего конкурента. Дворяне просто презирают его. Какой-то безродный мужик вместо нас дает советы императору. Монархистская общественность, консервативная, в ужасе. Она хочет спасти династию и трон, и поэтому все больше и больше раздувает слухи вокруг Распутина, чтобы Николай выгнал его из дворца. И вот таким образом все вместе, очень дружно, все больше и больше раздувают медийный образ Распутина. Но почему Николай II раз за разом выбирает ни церковь, ни дворян, ни чиновников и ни общественное мнение? А потому что он никому из них не доверяет. Все они, и епископы, и родственники, и министры, все они его бросили в трудный момент. В революцию 1905 года все они говорили, что стране нужен парламент, нужна конституция, и что это требование не их, а народа. Но это же неправда. Демократии и свобод хотят именно они, образованное общество. А где же тут народ? Народ – монархист. Народ и слова-то такого – демократия – не знает. Народ ничего этого не хочет, но между царем и народом стеной стоят чиновники и интеллигенция, редакторы газет и священники. И им всем нельзя доверять. А Распутину можно. Потому что Распутин – это и есть народ. Тот самый народ, который всегда любил государя и продолжает его любить. Распутину не нужна демократия, не нужна свобода слова, и парламент ему не нужен. Ему даже городская одежда богатая не нужна, потому что он ходит в крестьянской и прекрасно себя чувствует. И к тому же Распутин, в отличие от родственников царя и от министров, к царю с непрошенными советами по поводу госуправления не лезет. И царя вообще жутко бесит, что все вокруг рассказывают сказки о всесильности Распутина. Пожалуй, можно назвать только один случай, когда Распутин прям по-серьезному, по-настоящему полез в политику. Лето 1914 года. В Сараево убит наследник австро-венгерского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. Его убил сербский террорист. Австро-Венгрия агрится и предъявляет Сербии довольно жесткий ультиматум с довольно унизительными требованиями. И если война начнется, то это не будет очередной замес на Балканах. Это будет глобальная война, потому что Россия – союзница Сербии и обязана ее защищать. А Германия – союзница Австро-Венгрии, а Франция – союзница России, а Италия – союзница Германии, и так далее, и все это выглядит очень-очень-очень опасно. И вот Григорий Распутин просит царя не вступать в войну. Он отправляет ему около 20 телеграмм, вот, например, такую. «Милый друг, еще раз скажу, грозна туча над Россией, беда, горя много, темно и просвету нет, слез-то море и меры нет, а крови? Что скажу? Слов нет, неописуемый ужас. Ты царь, отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ». Григорий. Интересно, что ни аристократия, ни либералы, ни даже церковь, никто из них не выступил против вступления России в войну. Один только мужик Распутин твердо и неуклонно просил царя этого не делать. Потому что он, в отличие от всех остальных, прекрасно понимал, что значит война для простого народа. Но царь, конечно, непрошенных советов слушать не собирался. Наконец, Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, и вся Европа погружается в бойню. Откровенно говоря, Российская империя готова к этой войне гораздо лучше, чем к русско-японской, и воюет более-менее неплохо. Проблема была в том, что никто не был готов к такой войне. В
Все рассчитывали, что она затянется максимум на 3 месяца, что при современном уровне технического развития и с такими огромными армиями неизбежен блицкриг и быстрая победа. Но к зиме стало понятно, что эта война надолго. 2 фронта на западе и на востоке стали непрерывными. От Северного и Балтийского морей до южных границ теперь тянутся бесконечные линии окопов, блиндажей и колючей проволоки. И прорвать их можно только ценой сверхусилий. И то только для того, чтобы опять засесть перед очередной бесконечной линией окопов. 40 лет в Европе не было крупных войн. Все привыкли к достижениям технического прогресса, к телефонам, к пластинкам, к самолетам и к автомобилям. И теперь все увидели, на что действительно работал технический прогресс. Теперь с самолетов кидают бомбы, а на автомобильных шасси едут броневики. Эта война стала первой технологической войной. Авиация, дальнобойная артиллерия, колючая проволока, отравляющие газы, подводные лодки, пулеметы — все лучшие достижения науки и техники теперь убивают людей. И к зиме стало более-менее ясно, что эту войну не выиграть военным путем. Что войну проиграет тот, у кого первого кончатся ресурсы. Кончатся производственные ресурсы, кончатся логистические ресурсы, кончатся управленческие ресурсы. Эта война стала максимальной проверкой на устойчивость всего. От армии до общественного мнения, от производства до логистики, от пропаганды до системы управления. И Российская империя эту проверку не проходит. Ни епископы на кафедрах соборов, ни дворяне, гвардейские офицеры, ни общественность, ни чиновники, никто из них не отвечает вызовам времени. Просто представьте себе, за 3 года войны сменилось 4 премьер-министра. С осени 15 по осень 16 года сменилось 5 министров внутренних дел. За это же время военных министров было 3, а министров земледелия — 4. И только один раз Путин сидит во дворце, не сменяясь. Причем, когда очередного слабого министра увольняют, он с удовольствием говорит, что уволили его из-за Распутина. Не из-за ошибок или непрофессионализма, а из-за Распутина. Общественное мнение сразу будет на твоей стороне. И так стало получаться, что Распутин превращается из какого-то секс-старца и странного советника царя просто в могущественного серого кардинала, который одной рукой ставит министров, другой снимает, а царь ему во всем послушен. Ситуация просто сюр. Один министр внутренних дел попал на свой пост, заручившись поддержкой Распутина. На посту своем он оказался не очень успешным и тогда решил просто переобуться на ходу и перейти на сторону прогрессивной общественности. А для этого он не придумал ничего лучше, кроме как убить Распутина. Об управленческих качествах этого министра вы можете судить потому, что покушение не удалось и министра уволили. Что про все это думает император? Он очень-очень устал. И он делает то же самое, что сделал 10 лет назад, когда дворяне и высшая аристократия травили его жену за замершую беременность. Он уезжает от проблем. Тогда он переехал из Петербурга в Царское село, а сейчас он переезжает из Царского села в Могилев, в Беларусь. Он берет на себя пост верховного главнокомандующего, а в Могилеве находится ставка верховного главнокомандования, то есть место, откуда управляют всеми войсками. И здесь, среди военных, все просто и понятно. Есть враг, и надо его бить. А в столице депутаты уже прямо говорят, мы проигрываем эту войну. Мы проигрываем ее не потому, что были к ней не готовы, а потому что эта власть не способна ее выиграть. Один из либеральных депутатов писал в газете. Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге. Один неверный шаг, и вы безвозвратно погибли. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может. Он ведет к гибели и вас, и себя. К счастью, в автомобиле есть люди, которые умеют править машиной. Им надо поскорее взяться за руль. Но от того ли, что шофер ослеп и не видит, что он слаб и не соображает, из профессионального самолюбия или упрямства, но он
цепко ухватился за руль и никого не пускает. Ходят слухи, что очередной премьер – Штюрмер, немец, предатель. Что царица, немецкая принцесса, желает поражения России. Но куда ни ткни, какую ниточку ни начни разматывать, упираешься всегда в Распутина. Это он главный враг России. Это он виноват во всех ее бедах. И уже прямо с трибуны Государственной Думы депутат кричит: «Глупость или измена?» И весь зал ему отвечает: «Измена». И пока либералы раскачивают лодку, монархисты видят, что существование государства под угрозой. Нужно решать проблему. Нужно спасать Россию. В канун нового 1917 года Распутина убивают. Его убивает трое человек. Владимир Пуришкевич, депутат Государственной Думы и монархист. Дмитрий Павлович, кузен императора. И Феликс Юсупов, аристократ, женатый на племяннице царя. Распутина убивают не революционеры, не социалисты. Его убивает элита страны, родственники царя. И везде, в театрах, в кулуарах Государственной Думы, в конторах фабрик, их считают героями, их считают спасителями России. Но, как вы, наверное, догадываетесь, убийство Распутина ничего не изменило. А император и императрица просто в шоке. Они видят, что даже те, кто должен быть по умолчанию предан им, идут против них. Наступает новый 1917 год. 5 января у одного крупного промышленника светский раут. Здесь присутствуют члены императорской фамилии, здесь директор крупнейшего в стране военного завода, здесь банкиры и чиновники. И они совершенно открыто, не стесняясь, говорят, что царь не справляется с управлением страной. Что вместе с депутатами Государственной Думы и с генералами его нужно отстранить от власти и передать престол его сыну. На фронте долгое затишье. Ни у кого нету сил, чтобы переломить ситуацию. Говорят, что в Германии страшный голод и что следующую зиму она точно не переживет. Но и в России дела не очень. Да, у нас тихо и народ не бунтует. И да, еды в стране достаточно, но недостаточно управления. Еда гниет на складах, потому что логистика полностью развалена и работает с грехом пополам только на фронт. Что толку от еды, если ее невозможно доставить в Петроград? На темных заснеженных улицах столицы стоят жены рабочих в длинных очередях за хлебом и видят, как шикарные рестораны залиты светом и полны народа. По всей стране сухой закон, но в ресторанах можно купить и водку, и шампанское. По всей стране призывают мужиков на фронт, но если у тебя есть связи или деньги, то мобилизации можно избежать. На Рождество император приезжает с фронта домой. Он сидит с женой, читает книги дочерям, гуляет с сыном, собирает пазлы. Он совершенно, абсолютно одинок.